где уже принимать участие во всей этой трапезе. К омару с левой стороны тоже попадает тигровая креветка. Американские омары по-другому называются лобстерами. Такое название чаще употребляется на Западе. Живут они в Северной Атлантике, предпочитают холодную воду и не селятся глубже 50 метров в длину. Это жители скрытные. Они любят прятаться за камнями. Но когда им предстоит поесть, то они выходят. Остается сейчас аквариумист развернул одну звездочку, так что она оказалась направлена ртом к еде. Сторона нижняя розового цвета. В самом центре находится рот звезды. Мидия попадает, но потом ее немного сносит течением. Но может быть звезда не слишком голодная, быстро не отреагировала. Звезды умеют ползать, умеют двигать своими лучами. И если бы звезда действительно хотела есть, она бы начала смыкать свои лучи. Заходят в порт Находка и в бухты Владивостока, так что там... Там 5000 долларов, да, стоит рыбка там. Это не такая. Ее в миксере. Смотри, он под водой, под водой. Вот сверху видно. Вынырнул под брюком, видишь? Ну да, видишь, она ходит, она не плывет, она ходит, отталкивается. Смотри. Оттолкнулась, чуть-чуть прошла и опять держится. Он плавает, как я. Это девочка. Спинку подержу, помыть. А тут пересохло. Получают вкусное лакомство. Причем лучше разделять выдр. Они хоть здесь очень не любят друг другу. Такой теплой и нежной любовью. Но все-таки обед это дело святое, поэтому в обед можно даже подраться за лакомый кусочек. Но обычно фифочка у нас получает лакомство первой, иначе будет совсем вредничать. Ну а за ней уже присоединяется к трапезе тихо. За каждое кормление выдра каждая съедает по несколько кусочков рыбы или мяса, как в данном случае. И всего получается
получается за каждое кормление примерно 100-200. Прямо усами. Усы у таких животных называются вибрисы. Они не только для красоты у выдры, но и для места. Выдры очень большие хулиганы. Они очень любят все грызть вокруг. И у наших кормистов даже уже используют знакомиться, если их обнаружили.